Что касается убийства студента Республики Чад, Нигерия, это вот оно произошло сегодня ночью, в ночь на 17 февраля. Тело было обнаружено еще в 10 вечера, значит, неведомственной охраны. Потом уже подтянулись оперативники, все выяснилось там, значит, ну, убийство, убийство. Это недопустимо, конечно. Это надо раскрывать, выяснять, кто это сделал, совершил. И самые жесткие меры должны быть приняты. Но я полагаю, зацепки в органов есть. Это дело просто должно быть раскрыто. Поэтому мы взяли его на контроль с первого же дня. Держим руку на пульсе. Периодически мы будем заслушивать, смотреть, как продвигается следствие. Но мы все меры предпримем. Сейчас трудно говорить о каких-то версиях, потому что если даже вы что-то услышали от, по своим каналам, от следствия или оперативных работников, в такой ситуации все версии выдвигаются, в том числе и та, которую вы сказали. Поэтому это было бы не мудро не выдвигать и такую версию в том числе, потому что надо все варианты отработать. Вот. Ну, в общем, дело чести от преступления раскрыть. Информационное агентство «Татаринформ». Полная и достоверная информация о Республике Татарстан.